156-ю школу Сергей Лебедев называет по-настоящему родной. Он учился здесь с первого класса. Потом стал работать вожатым и вот уже несколько лет ведет для школьников уроки физкультуры. А с недавних пор Сергей не просто учитель. Он занял первое место на региональном этапе конкурса «Учитель года» и поехал представлять Нижегородскую область на всероссийском уровне. Регион не попадал в финал уже 10 лет. Сергей Лебедев вошел в число 15 лучших учителей страны. Помимо этого был отмечен призом в 100 тысяч рублей за свою социальную активность. Надо было сделать ту работу, которую мы подготовили уже в Нижегородской области, максимально качественно и показать уже только перед более требовательным жюри и конкурсантами. Ну, у нас, похоже, это получилось. Теперь уже известный на весь регион физрук вспоминает, одним из самых сложных заданий на конкурсе было написать эссе. Надо было писать именно на белом листочке обычной шариковой ручкой. То есть мы уже привыкли, наверное, все работать на компьютерах, которые подчеркивают какие-то ошибки, выделяют. Там такой возможности не было, но как итог показал, что его даже цитировали со сцены, мое эссе. Сейчас для молодого учителя физкультуры все испытания позади. Впереди привычная работа по школьной программе. Как отмечают ученики, на его уроках никогда не бывает скучно. Физрук нестандартно подходит к занятиям. Он, во-первых, хорошо преподает, хорошо объясняет, дает свои какие-то примеры. То есть на уроках он как бы сам сначала все сам показывает, потом мы уже пробуем. Всегда на позитиве, с улыбкой, доступно объясняет материал. Вот, к примеру, он показывает и практику, и потом приводит какие-нибудь примеры из жизни. Судя по дисциплине на уроке, с уважением ученики относятся не только к предмету, но и к самому учителю. На первом после конкурса занятии педагога встречают с песнями и поздравлениями. Для них Сергей стал не просто одним из 15 лучших, а победителем. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижний.